Всем привет! Сегодня попробуем собрать FreeDroid RPG. Короче, я еще ничего не смотрел. Я только вот три ссылки открыл и запустил старт. Вот. А, первое. Сейчас я все скачаю, склонирую. Пока склонирую, открою вкладку скриншоты. О, вроде понеслось. Так, что это за игра? Это open source ролевая игра. Это какая-то история о разрушенном мире, конфликт между роботами и ихними создателями людьми. Вот, короче, где тут галлери? О, скриншоты. Так, опача. Ух ты, блин, неплохая графика. По крайней мере, ну, мне так кажется. Может, сейчас в увеличенном варианте все будет не очень красиво. Что-то долго грузится. Плохой интернет или сервер загружен. Так, сборка вроде бы несложная. Нужно автоген, конфигур и потом маки. Мейк. Сборка. Вот тут где-то было... Ой, а куда я класснул? Я куда-то класснул. Building, по-моему. Вот сюда я класснул. А, да, под Linux, Windows и Mac OS. Инструкции собрать. Вот эти ссылки я, наверное, так и оставлю. О! А, ну как бы не очень. Не очень. Не, ну пойдет. Мне кажется, графика пойдет. Ну, в отдаленном так вроде бы красиво, а начинаешь присматриваться... Что-то не так. Вот что не так, непонятно. Так. Ну, ресурсов немало. Смотрите, 400 метра уже выкачано. Это 50%. Вот. А это что там, 3D модель или используется? Или это типа 3D, но на самом деле 2D? Ну, посмотрим. Посмотрим. Может быть, даже 3D. Так, что у нас здесь есть? Information, новости. Новости на какой... Так, ну, последняя новость у нас... А, смотри, за 30 марта 2019 года. В принципе, какие-то обновления, что-то... О, даже есть, смотрите, тут немало страничек. В принципе, проект жив. Это хорошо. Так, это почти скачалось. Что еще тут можно глянуть? Ну, наверное, ничего не можно глянуть, поэтому я пока поставлю на паузу. Так, есть. Скачали. Блин, FreeDroid, вот он. FreeDroid. И как там, давайте по инструкции. По инструкции. Автоген. Окей. Автоген. Запускаем. Дальше конфигур. Ну, понятное дело. Так, ну я ж надеюсь, это на C или C++ игра написана. Что у нас в результате? Вроде все окей. И make. Окей, make G12. 12. Хотя можно 16. Сколько у меня тут ядер? Блин, прикиньте, забыл. Наверное... Да, 12. Опачки, и что такое? Не понял. Оно вообще его собирало или нет? Оно вообще с исходниками? Я что-то... Луа. Ё-моё. Подождите. Не понял. Это всё? Build. Опача. Make. Это все. В SRC Directory. FreeDroid. Реально я что-то не догнал. Нет, тут нету FreeDroid. Нашел я этот FreeDroid. Блин, это походу на Lua написано. Так, а ну-ка давайте.
Я перейду. Вот оно! Смотрите, ёлы. Нет, на C что-то есть, какие-то исходники. Наверное, основа кода это Lua. Блин, ладно. Очень неожиданно. Ух ты, блин, оно даже запустилось. Очень для меня было неожиданно. Options, graphics, change result. Серьезно? Вот такое разрешение экрана? Вроде нет. Unit restart. Окей. А где тут ехит? Вот он ехит. О, нормалек. Play. Так, новый герой. Блин, вот это все еще вводить не люблю я. Что дальше? Где тут куда нажимать? Сюда? Что куда? А, вот, да, прекрасный день. Надо было разрешение меньше делать. О, старт. О, смотрите, типа 3D. Короче, да, это походу RPG-шка, RPG-шка. Скролл не работает. Что надо делать? Но я не хочу читать. Мне интересно, как управлять. А, во, я нажимаю, куда идти, и пингвин идет. А, тут закрыто. Окей. А как взаимодействовать с чем-то? А ну-ка сюда. А, там красненьким, да, там за. О! Ящичек подсветился. И что это? А, что это? А как мне одеть? Не, во, смотри, я вот это хочу выбрать. Вот я левой кнопкой нажимаю, ничего не происходит. Правой тоже. Два раза левой. А, вот. Ё-моё. Не, ну неплохо. Чё, вроде бы неплохо. Сборка, я так и не понял. Мне кажется, здесь луа. Короче, давайте посмотрим. Выход. Что за игра вы увидели? Давайте посмотрим, сколько здесь всего. Игра, я так понял, он состоит из исходников C. Давайте я сейчас поищу. Поищем файлики. Давайте поищем .lua. Обачки, смотрите, lua файликов здесь много. Короче, я так понял, здесь основная. Короче, база. В качестве базы используется, наверное, язык lua. Lua, то есть, ну, небольшой движок у нас, наверное, написан на языке C. Вот, а все остальное используется с помощью. Ну, а все остальное запрограммировано языком Lua. Так, давайте еще посмотрим .c. 147 файлов. Не, ну в принципе, как бы и немного, и немало. Я бы так сказал. Интересно, интересно. Короче, вот такая вот игра. Представляете? Ну, наверное, говорить больше не о чем. Я не ожидал, что все так быстро соберется, запустится и закончится. Как вы увидели, запускается легко. Игра написана на языке C. Мы уже видели, что используется SDL. Вот, и да, я открыл, я тут смотрю, здесь чистый, что ни на есть C. Безо всяких вам там ООП и прочей. Ну, сегодня, скажем, ерунды. Вот он вам, Си. Так, PageDown. Вот так вот, вот еще и табуляции. Во, ну ничего страшного. Вот что непонятно в этом коде. Все ясно. Вот так вот, точечка плюс, потом точечка умножить, потом программ минус 1. Ну да, если у нас что-то поменяется, надо будет менять это все в других местах. Это копипаст и все такое, вы бы могли сказать. Ну а что делать? Что делать? Игра играется и вроде даже неплохо. Короче, не буду больше затягивать. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.